Привет, ты на канале о бизнесе. Ежедневно краудфандинговые площадки по всему миру пополняются огромным количеством стартапов. Некоторые из них интересные и достигают поставленных целей, некоторые бесперспективные, а некоторые собирают более миллиона долларов от инвесторов. В этом видео собраны те стартапы, которые смогли преодолеть отметку в 1 миллион долларов по сборам. Ты можешь обратить внимание, насколько простые идеи добиваются успеха и как думают перспективные предприниматели. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. Кстати, в Телеграме ты можешь узнать, сколько денег приносит YouTube-канал, увидеть примеры инвестирования и первым узнавать об интересных бизнес-идеях. Ссылка в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Устройство, которое делает умной любую поверхность. Для того, чтобы сделать свои дома более комфортными, сегодня необходимо устанавливать умную электронику. Чтобы включить кофеварку, не обязательно идти на кухню. Чтобы выключить свет, не нужно подниматься из кровати, а температура может быть отрегулирована за считанные секунды. Как правило, центром управления в доме становится смартфон или компьютер. Это логично, но не очень удобно. Чтобы выполнить те или иные действия, нужно взять смартфон в руки, запустить приложение, найти функцию и потом произвести запланированные действия. Но изобретатель из Техаса нашел более оригинальный способ решения данной проблемы. Он создал небольшое устройство, которое может сделать любую поверхность умной. Например, гаджет крепится под прикроватный столик и программируется на то, чтобы включить автоматическую кофеварку. Утром срабатывает будильник, пользователь 3 раза стучит по прикроватному столику, кофеварка включается. Устройство распознает вибрации и выполняет команду, на которую его запрограммировали. Это действительно удобный способ автоматизации всего дома. Самого гаджета не видно, но он отлично справляется с работой. Неудивительно, что проект собрал более 1 миллиона 100 тысяч долларов на краудфандинговой площадке. Ты можешь создать подобный гаджет и добиться успеха, ведь технологии умного дома все чаще и чаще встречаются у нас на рынке. Технология стала более доступной, поэтому дополнительный аксессуар в системе никогда не будет лишним. Простой способ научиться играть на клавишах. Ранее, чтобы стать музыкантом и изучить тот или иной инструмент, необходимо было посещать специализированные учебные заведения. Сегодня данная практика присутствует, но технологии открывают совершенно новые возможности для учебы. Внимание всего мира привлекло изобретение из Лондона, где группа людей разработала совершенно новый способ обучения игры на клавишных инструментах. Для человека, который никогда не увлекался музыкой, изобретение осталось незамеченным, но для всех тех, кто изнурительно тренируется каждый день, это как глоток свежего воздуха. По своей сути и технологии данное изобретение довольно простое. Это гаджет с цветными клавишами и электронной начинкой, который можно подключить к компьютеру, планшету или даже смартфону. Размеры гаджета небольшие, его можно носить с собой повсеместно. На планшете или смартфоне необходимо запустить специальное приложение для учебы. После этого на экране появляется виртуальный клавишный инструмент, который повторяет то, что есть перед глазами пользователя. Необходимо повторять нажатие цветных клавиш и тем самым создавать настоящую музыку. На практике оказалось, что такой способ обучения действительно эффективный и интереснее классических способов. Проект собрал около 1 миллиона 800 тысяч долларов со стороны инвесторов, что уже говорит о многом. Повтори этот успех, ты сможешь добиться финансовой независимости. Реализовать подобное оборудование можно с использованием тех технологий, которые уже есть на рынке. Готовый домашний кинотеатр 4К. Еще 10 лет назад можно было говорить о том, что проекторы являлись уникальным оборудованием, которое имело свою строгую сферу применения. Проектор использовался в учебных заведениях и конференциях, это был профессиональный инструмент. Но спустя несколько лет данное оборудование пошло в массы. Люди начали приобретать проекторы для того, чтобы просматривать фильмы дома, создавая некое подобие домашнего кинотеатра. Изображение было не самым лучшим, а о звуке мало кто задумывался. Но ведь настоящий домашний кинотеатр – это когда у зрителей происходит полное погружение во все происходящее, а для этого требуется качественная картинка и объемный звук. В Вашингтоне была группа изобретателей, которая работала в этом направлении и добилась ошеломительного результата. Она создала готовый для установки домашний кинотеатр, который не имеет аналогов во всем мире. Прежде всего, это лазерный проектор, который способен выдавать картинку в разрешении 4К с очень большим запасом яркости и контрастности. Изображение получается естественным и насыщенным, как будто бы перед пользователем большой экран.
экран современного телевизора. Но главное то, что здесь уделили много внимания обычному звучанию, что и является основной причиной полного эффекта погружения. Проект был размещен на краудфандинговой площадке и смог собрать более $1,5 миллиарда, что говорит о перспективности данной идеи. Если ты сможешь создать подобный домашний кинотеатр, то заработаешь целое состояние. Универсальный и компактный музыкальный инструмент. В сфере музыкальных инструментов сложно найти развитие. Какой ранее была классическая гитара, такой она остается и сегодня. Какой была скрипка столетия назад, такой она производится и по сей день. Можно говорить о том, что совершенство не требует доработок, но ведь прогресс не стоит на месте. Основной проблемой классических инструментов является их размер. Сложно носить с собой несколько инструментов, сложно носить даже одну гитару в чехле из-за ее габаритов. Более того, такие инструменты занимают много места во время хранения дома или в гримерке. И решение появилось совсем недавно, а именно в Теннесси изобретатель создал универсальный музыкальный инструмент. Это небольшое оборудование, которое наполнено умной электроникой и специальными сенсорами снаружи. По сути, это оборудование можно запрограммировать на любое звучание. Оно может стать скрипкой, гитарой, контрабасом и любым другим струнным инструментом. Данное устройство никогда не будет требовать подстройки, замены струн, подготовки перед игрой. Профессиональные музыканты наверняка оценят такое решение, особенно те, кто имеет достаточно навыков для игры на нескольких инструментах. Данный проект кажется сомнительным, и многие скажут, что он не добьется успеха, но он уже это сделал. Был собран $1,300,000. Инструмент уже находится на стадии массового производства, поэтому тебе следует поспешить, если есть желание зарабатывать в этой сфере. Беспроводная система домашнего мониторинга. В сфере безопасности происходят очень большие изменения. Если ранее системы безопасности устанавливались только лишь на специализированных объектах, то сегодня это массовое явление для каждого. На каждом фасаде можно увидеть камеру наблюдения, различные датчики движения и так далее. Но все эти системы требуют профессиональной установки и периодического обслуживания, что для пользователя является не самым лучшим решением. Но технологии не стоят на месте. И появился стартап, который способен решить все проблемы с домашними камерами наблюдения. Изобретатель из Массачусетса представил небольшую камеру для видеонаблюдения, которая не требует профессиональной установки. Каждая камера — это отдельное устройство, которое может работать самостоятельно. Внутри используется батарея, которая может обеспечить работу гаджета на протяжении 1 года без подзарядки. Не нужны никакие кабели и подключения. Все происходит беспроводным способом. Пользователю необходимо только установить камеру в том или ином месте, после чего подключить ее к сети Wi-Fi. Управление происходит через приложение на смартфоне из любой точки мира. Проект был размещен на краудфандинговой площадке и заинтересовал многих инвесторов. Ему удалось собрать более $1,050,000, что говорит об актуальности данной идеи. Если ты сможешь повторить успех или создать подобный гаджет для домашней безопасности, то наверняка добьешься успеха и начнешь зарабатывать. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях.